городу, и майонез запачкаю, жираю майонез за раз, буханку черного хлеба за раз. Я молодец, да? Да. А потом за дерево дристать сажусь. Я дристать люблю. Я трехжопый змей Горыныч. И сру на прохожих. У меня было два мопеда. Тут друзья были на больнице, они сказали, отремонтируют мой мопед. А они его разорили, деревянный поршень убили меня у мопеда, деревянный клин, деревянный поршень. И опилок насыпали, чтоб лучше завелся. И газовый тростик сняли. Газовый трост сняли. И сцепление сняли, сказали, один хуй. С опилками заведешься, взлетишь. Прекрати, дай бабушке покоя! Я танцую же! Я же танцую, я же ничего не делаю! Ты идиот! А что, потанцевать нельзя, что ли? Ты идиот! Мне потанцевать нельзя? Ты идиот! Мне идиот! Мам, я что, хочу потанцевать! Идиот! Я потанцевать хочу! Ну потанцевать хочу просто! Я что, потанцевать нельзя, что ли? А почему нельзя-то? Нет, почему нельзя мне потанцевать-то? А как вы считаете, какие главные качества, которыми должен обладать настоящий милиционер? Ну, настоящий милиционер должен обладать добротой. Он должен быть умным. Что еще? Ну, все самые хорошие качества, что есть. Что-то дебил, да. Ты что, Спартак, чувак? А? Пойдем поговорим. Пошли. Ты что, Спартак, чувак? Иди сюда. Спартак не пьет, Венер? Спартак еще не! Молодец! Как дела? Давай поздоровайся. Ну, слышь, как мужики говорю. Как дела ты меня? Батя! Печенё! Где шапку-то отрыл? Батя, печенё! Макыш, Россия! Е! Молодец, как дела меня? Болит, пойдём. Спартак! Батя, печенё! Россия, печенё! Россия, Безина, давай, Спартак! Спартак! Печеня! Иди. Отставай, иди нахуй, блядь! Спартак! Печеня! Венер пьяный! Венер! Можно это существо? Иди сюда. Мой юный друг, вставайте. Батюшка, как вы красиво одеты. Как вас зовут? Максим. Отчество? Отчество. Алексеевич. Алексеевич. То есть вы Максим Алексеевич, да? Ну и с чем вы к нам приехали? На поле чудес? Стишок рассказываю. Вышел заяц на крыльцо, почесать свое яйцо. Сунул лапу, нет яйца, так и шлепнулся с крыльца.